Это канал о сухоцветах и не только. Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как высадить статицу из кассет в грунт. Сеяла эту статицу 10 февраля, уже прошло почти 2 месяца. Пора ее высаживать. Она у меня прошла закалку, видите, красные листики. Это она стояла на холоде, ночные холода. Они вот дают такой эффект. Но со временем эта краснота уходит, и будут красивые зеленые листья. Так, теперь нужно достать нашу рассаду из кассет. Делаю я это, сидя за столом, очень удобно. Выкладываю на поддончик и после этого иду на грядку высаживать. Итак, смотрите, вот вынимаем мы, вот это немножечко не пролита она, ну вот такого хорошего качества. Все, корневая система, кладем ее на наш поддончик. Вот, вот здесь вот, внизу, нужно закрутившиеся корешки, видите, их надо оборвать. У статицы стержневой корень, ему надо дать возможность идти вниз, вглубь. Вот, видите, закрученные. Вот эти корешки нужно все оборвать. И кладем на поддончик. И дальше вот так вот поджимаем на кассете снизу, и хорошо выходит наша рассада. Вот то же самое, обязательно обрываем. И так набираем полный-полный поддон. И идем на грядку высаживать. Вот так вот. Сейчас я наберу полный поддончик и пойду покажу, как высаживать на грядке. Теперь я покажу, как нашу рассаду высадить в грунт. Я вам советую, если у вас были дожди, если у вас не такой сухой грунт, как у нас, возьмите колышек и вот так вот сделайте небольшие углубления. У меня не получается, потому что грунт осыпается. Вот, поэтому я вынуждена сделать это тяпочкой. Вот так вот делаю такие маленькие ямочки. 4 в рядочке. Ширина грядки 1 метр. Расстояние между растением приблизительно 20 сантиметров. Вот, и теперь беру нашу рассаду. Вот этот стаканчик. Ставлю вот так, практически не заглубляя. И вокруг присыпаю грунт. Розетка должна быть на поверхности. Ни в коем случае ее не присыпайте. Развитие растения не будет в таком случае. Вот. Не поливаю я лунки. Работать комфортно, не грязно. Вот так вот я делаю. Вот так все. Вот так хорошо. Все, розеточка на поверхности, все хорошо. Теперь беру леечку и проливаю по месту. Вот так. Сейчас жарко, я так буду делать по вечерам и по утрам. Ну, дня 3. Именно по месту. Вот так вот льете. Все, она вся закрытая корневая система, примется очень хорошо. И так делаете на всей грядке. Вот так выглядит статица, которую я уже высадила полностью в грунт. Пролила хорошенечко. Дня 2-3 буду поливать в зависимости от погоды. Потом обязательно прорыхлю. И когда придет время цветения, я вам сниму видео и покажу, как правильно ее срезать. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. У меня много для вас интересного.